Ну чё? Вот и настал тот момент, когда я сижу один перед вами. Со мной джойстик, у меня нету никого в гостях. И передо мной только FIFA. Недавно закончился проект «Стань фифером». Вроде бы я как бы стал фифером, вы меня поддержали в этом начинании. Я готов начать свой сложный путь, но... Вот что я придумал. Я хочу стать долбанутым фифером. Я не знаю, что делать. Я всегда играл в офлайн. Либо в детстве играл с батей в FIFA. Хорошо, что не играли в Mortal Kombat. В Mortal Kombat мы играли с ним в реальной жизни. Он брал ремень, хватал меня за уху и делал ататалити. Я немножко готовился, пока выходил проект «Стань фифером», я параллельно пытался научиться хотя бы вообще понять, что такое ультимейт-тимы. Или как там у вас еще эти функции всякие называются. Сейчас я покажу, какие у меня составы набрались, и я потратил даже несколько тысяч FIFA-поинтов, чтобы пооткрывать паки. Один сидел дома. Наблюдая за другими фиферами, я понял, что все злятся на АПЛ-очки всякие, поэтому я собрал итальянский состав. Вот он. Вот она, краса моя. Вот, у меня есть еще всякие, это информы же, да, называются? Я их называю черные карточки. А вот что у меня по отчетам. 63 победы, 5 ничей, 16 поражений. Но можете не удивляться, какой я охренительный. В основном я играл в Squad Battles. Ну это дико скучная вещь. Я не ожидал, что в Squad Battles, играя с компом, идет это все в основной зачет. Это, мне кажется, глупо. Но я отношусь к Squad Battles так же, как и к чужим лампам для джина. Чуете, сейчас будет глупая шутка. Squad Battles, чужая лампа для джина. Не тру. А? Но, если вы думаете, я только сидел в одиночной игре, я заходил в онлайн, я играл в онлайн сезон и дошел до 5-го дивизиона. 27 побед, 5 ничей, 6 поражений. Ля-ля-ля. В общем, что я хочу делать на этом канале теперь, это фифашный канал, все. Здесь я буду играть в фифу, но я не знаю, что делать онлайн. Вообще, что я делаю, правильно, неправильно, сам вам показал, что я сейчас делал, какой у меня состав, но я хочу, чтобы вы отвечали за мою карьеру фифера. Но так как вы увидели в названии «Фриканутый фифер», я хочу, чтобы вы давали мне задания, но максимально дебильные. Чтобы я был полностью долбанутым. И все благодаря вашим долбанутым мозгам. Оставляйте в комментариях, что мне нужно сделать. И не факт, что самый заплюсованный коммент, но самый фриканутый, по мнению и большинства, и по моему мнению. Следующее задание я буду и такое выполнять. Пока задания от вас нет, потому что это первый выпуск, все логично. Я вдохновлялся современным миром и подумал, что самое долбанутое было за неделю. И, естественно, мне в голову пришло, как ЦСКА играет в Лиге Чемпионов. Гениально во фриканутости. Они используют Вернблума в нападении. Я тоже так хочу. О, гениально! Я могу потратить 10 тысяч монет, если куплю сейчас Вернблума. Это как раз по мне. Я покупаю за 10 тысяч монет Вернблума. Все, я максимально гениальный состав собрал. В нападении у меня опорный полузащитник. Мертенс и Инсинья по бокам будут у меня разгоняться. Им понадобится скорость, чтобы убежать из моей дикой фриковатой команды. Торейра у меня уже просит милостыню, чтобы уйти тоже в другой клуб. Бенатия, Манолас уже понимают, что им будет сложнее всего. Сегодня. Честно, не знаю, как сыграю. Я уверен в Понтусе. Я, наверное, сыграю матча 2. Верю в том, что Понтус отличится в каждом матче, либо просто забьет дубль где-нибудь. Но особо на меня не надейтесь. Если грамотный фифер каждую ночь оттачивает свое мастерство, то я по ночам точу ветчину. О, идеально. СКА Хабаровск, Криштиану Роналду Вин. Что там у тебя? Бегунок, бегунок, бегунок. РРР. Бегунок, бегунок, улыбашка. Немножко улыбашка и вратарь. Опа, уже точный пас от Вернблума. Мы выедали. Ой, ой, ой. Потому что Вернблум отдал, поэтому очень опасный момент, как бы. Чё ты творишь? Ты чё, дурак? Ты ч... Ой-ой-ой, нет, походу ты не дурак. Ха! Дурак. Просто дайте один момент, и Вернблум все сделает. Ёпты, ты чё делаешь? Это же не плотва. Слезь с Буффона. Ах, не тому, не тому, не тому. Не томи же! Вернблум забил! Гончаренко не тренер. Просто выставляй Вернблума впереди, и он все сделает. О боже. Вернблум забил. Еще какой гол. Чистейший. Я, если честно, не знаю, чуваки, как вы играете этой схемой, те, кто играют. Ну, блин, она не очень удобная для меня. Либо просто я лох. Ну, это странное, конечно, заявление. Опа, а Вернблум, ты помнит, что он опорник? Во, вот эту схему я уже знаю. Вернблум! Бу-бухи. Так, так,
Хоп-хоп. И чё? Вермблуму как бы на твой дриблинг насрать. Кстати, если я настоящий тренер Вермблума, у меня Понтус, короче. Ой! Блять, в пятку поп... Пенальти мне еще. О-хо-хо-хо-хо! Кто же будет бить пеналь? Естественно, главный пенальти бабахатель. Понтус Вермблум. Ну давай, сынок. Я думал, мне нужно будет сыграть матча 3-4, чтобы хоть один мяч забил этот дикий мужик. Но человек причесался, подстригся, вышел в первом же матче, оформил дубль. И только 64-я минута. Может быть и хет-трик? Давай, сынок, мне нужен третий мяч. Будем устроим шведскую семью из мячей. Короче, Понтусу не надо давать мячи. Только для последнего удара. Понтус! Понтусяурус! В каком же он порядке, а? Где ты, Понтус? Понтус! Отсюда забей! Уй! Я же пошутил, Понтус! Это почти нереально! Матч сыграли, Понтус дубль, 2-0, идем дальше. Лучший игрок матча, Понтус Вермблум. Это вот этот красавчик, этот брутал! Интересно, есть ли в его жизни вещь, которая заставляет его плакать? У меня такая есть. Это перцовый баллончик. А еще меня заставляют плакать люди, которые не переходят по ссылке на 1xbet. Почему вы этого не делаете? Это же лучший букмекерский сайт. Дофигища спортивных дисциплин. Отличные коэффициенты. Зашел, получил бабло, ушел с телочкой. Класс. 1xbet. Ссылка в описании. Ладно, я вот... Это первый выпуск для меня, и я уже устал от этих бегунков. Какие ощущения у фиферов, которые занимаются этим уже 3-4 года? Марсиаль, Виллиан, Жезу, скукота. Уу! Что это было? Ты что? Какой-то дикий хрен, который любит бить издалека, мне сегодня попался. Ничего, Понтус тоже любит бить издалека. В челюсть с правой. Да ёпта. Так, это уже страшно. Мне нужен Понтус. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты чё, Бала? Тупой? Зачем ты остановился? Ты что, девушку красивую видел? USB-шник отошел от мозга. Как? Кунг Лао, что ли, в моей команде? Вермблум все сделал для тебя, урод! Минуточку, не отдавай назад, старина, тут Вермблум. Так, так, вот они, два бешеных быка! Да, бегать он не умеет. Так говорил мой физрук, когда увидел меня после выпускного. Ой-ой-ой, Понтус, я люблю тебя. Только не меняй работу. Ой! Началась атака такая. С пяточки Вермблума. Так, где Вермблум? А где он? А почему он там? Знаете, почему он был там? Он просто стоял, чтобы видеть всю штрафную, наблюдать за своими партнерами, и партнерам реально было сыкотно не забить. Ой. А что, я фланг заводил? Ой, Вермблум один стоит. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Это фирменный гол, похоже, Вермблума. Обязательно нужно попасть во вратаря, и чтобы эта коварная жижелица еле залетела за линию ворот. Вермблум, что ты творишь? Остановись! На самом деле, не останавливайся. Я обожаю этого парня. Чё, будет второй дубль? Дабл-дабл устроим с Понтусом? Алекс Куатро А4, я только сейчас заметил твой ник, братан. В тебе что, побывало несколько цилиндров, ты из-за этого так назвался? Переводище. Плохой мальчик. Плохой мальчик, именно так своих игроков обзывал Газаев. И говорил, это фиаско, братан. Так, я что-то опять обороняюсь. Зачем мне обороняться, если у меня в атаке Понтус? Все, ладно. Понтус, пора браться за дело. А я атакую. Ля-ля-ля. Ой. 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 Ну, Понтус был закрыт, реально, пацаны. Не мог никак ему отдать. Пришлось забивать какими-то слабыми игроками. Понтуса держит уже трое игроков. Как я могу ему отдать пас? Ой, а Понтус-то пошел. Корпусишку не подставил. Ставь корпусишку, как своих друзей. Это был финт. Минуточку. Давай попробуй еще раз, бро. Понтус, беги, бро. Встань и попробуй еще. Так, Понтус пошел. Вижу Понтуса. Понтусиарус,
Убери его и забей. Ах ты, офсайды существуют еще в FIFA. Вот твою налево, а. Встань и попробуй еще раз. Так. Давай, последняя атака, Понтусич. Что сделаем? Сам про... О! Гениально! Понтус, какой же ты лучший! Гениальной игры и игрока я в жизни не видел. Две игры, два дубля, один Понтус. Теперь вы понимаете, что я не идиот, что потратил 10 тысяч монет на него. Ну что, чуваки, на сегодня это все. Я получил миллион эндорфинов, так же, как и вратарь соперника в последней игре, который побежал просто в объятия Понтуса. Я надеюсь, вам также понравилось. Если понравилось, вы знаете, что делать. Надо поставить лайк, колокольный звон устроить на моем YouTube-канале, подписаться, в конце концов. И, естественно, бегите в комментарии, пишите свои фриковые задания, которые я с удовольствием буду выполнять. Я готов тратить FIFA Points, я готов что-то еще делать, что делают люди в FIFA. Представьте, что у вас есть FIFA аккаунт с 1000 FIFA поинтов, и вы бы с удовольствием поиздевались бы с FIFA, но вам просто жалко денег. Пишите мне. Мне не жалко. Для вас. Ребята, с вами был Артем Нечаев, и да пребудет с вами Вернблум в нападении.